Максим, позвольте. Сестрички наши, кого? Тут Риму боишься? Или кого? Давай я с тобой постою, здесь пусть мы. Давай я с тобой. Сережечка пришел. Проходи. Александра такая красивая. Правда. Быстро, только не задерживай. Кто не поедет на кладбище, подходите, прощайте. Я тоже не чувствую, да?
классическом духовом. Не понял, не сказали. Классическом, да? Выходите в газель, садитесь, Ты Сергей, на машине. На какое кладбище? Власиевское кладбище, проходите с газелью. Сейчас поедем. Так, туда. Ну, конечно, где? Тань, их распредели кого туда, и туда же, может, там только двое. Да, 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 да. Девочки, винки возьмите, пожалуйста. Идите сюда. Да, тихо, ругали. Помогу побежать. Надо, кстати, развязать. А я не знаю.
снимать эфир. Там, мне кажется, ну, под голову положите. Икону уберите, картинку у нас убираете. А кому ее отдавать? Ну, вот. Кто хотите, оставляйте себе. Мам. Ноги развязали? Да, да. Все по одному подходите, по очереди. Вначале мужчина подходите. Подожди, Генрета. Мужчина, спасибо. Ну давай я подержу. Вот это. Вот это. С той стороны. Варя, пусть стоит, не трогает. Оставь все пустое, пока. Мам, давай ты. Не упадет баночка, стоит хорошо, она нормальная. Иди, прости. Никуда не денется сумка. Так, не переживай. Сошла. Спасибо, что иди просто какие-то такие проблемы. Что? Ну да, конечно. Все попрошали, да? Ну, лицо накрывайте. Просто. Стас, накрывайте лицо. Ну здесь все точки не надо. Пошли туда. Там будем Yeah.
Ты помилуй нас. Ты, Боже, святый и крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Thank you.
быть слово просто короткое, дорогие. Там как раз войдет. Красиво. И воду долить можно. Нет, там два бутылки. А, из бутылки? Да. А где бутылка? А тут вот бутылка. Ищи, мы дольем банку. Сережа, а оградку с этим надо поставить, сделать. Да подожди. Тут, тут же лопату надо. Ну это надо отдельно потом спокойно все сделать, да. Вот там приехать и поставить. Или сейчас хотя бы. Или осталось. Ну как-то хоть ее оттуда это убрать. Да, но надо тогда ставить, это надо копать и сделать. Сразу ставить тогда. Они же где-то должны здесь быть. Таня, а эти же ушли бы все? Нет, они же, нас, они же должны ждать нас. Они же должны ждать нас.
так вытащи, или так и ставить. Так и ставить, не только вытащи. Вы же ставите сами оградки, да? Как это не один. Мы, а, вы не имеете просто сами оградки. Как бы мы можем вам поставить оградки. Тут есть мужчины, которые мужчины. Самим, значит, надо. Сереж, давай как-то самим. Лопатку. Ну, а это... А у водителей попросите. У них всегда у водителей здесь. Небольшая, пойдете. Пойдете. Небольшая. Да хоть какая. Пишут о смерти как о самом лучшем дне. О самом знаменательном дне. Для многих народов, в том числе и христиан, жизнь... Странная штука, но день рождения хуже, чем день смерти. Предпочитает день смерти. Почему? Избавляешься от тех страданий, переходишь в то состояние, о котором мы должны быть, которое нам от природы дано, так в кавычках от природы, а не от природы, от Бога. Бог уготовил нам Царствие Божие и быть там, на небесах. Пока это временное место. И то, о чем мы говорим, это всего лишь... На какое-то мгновение, ведь все умрем, все понимаем. Он ребятишки даже глазки закрывает, не хотят смотреть на то состояние, которое будем. А ведь пообратите внимание, ведь мы вчера бегали пацанами, девчонками, а сейчас уже стоим 50, 60, кому-то 70 лет. Девчонки 15, 16 лет, кажется, еще все впереди. А пролетит эта жизнь, не лукавый. Вот многие в конце этих времен позавидуют живые, позавидуют мертвые. Может, лучше поступок. И ведь мы, я не знаю, есть ли в этом смысл, имеет ли значение, но ведь Александра Ивановна накануне успения умерла. Может быть, это имеет значение, может быть, нет. Но для нас, для христиан, это радостный знак. Очень радостный знак. Воскресенье, да. Почему? Мы забываем, каждый день, каждый седьмой день воскресенья. А ведь люди-то об этом знали, ведь знают, что такое воскресенье. Но почему мы об этом забываем? Да, вот это преподнимем. Да. Поэтому вот сегодня здесь рядышком находимся, а у нас, у братьев и сестер на душе очень радостно. И ведь это не первый раз, ведь сестры у нас уходили, умирали, и мы все там будем через какое-то время. Но оказывается, наступают такие времена, когда некоторые, которые родились, не будут умирать, не умрут, не увидят день смерти. Почему? Наступит очень важный в жизни и всей цивилизации этот мир. То, о чем говорит Библия, все религии об этом говорят, о страшном суде, мы забываем порой. А самое главное, это приобретение вот того бессмертия, которым Господь нам дал по праву, но заслуживаем мы его или нет, дойдем ли до того рубежа. И наше поведение, ведь Бог-то написал, уже нам подписал на нашем договоре, что Он обещает нам Царствие Божие. С нашей стороны теперь надо выполнить условия кое-какие, самые простые. Всего лишь одну заповедь выполнить. Всего одну. Точнее две, но она подобная первая. Возлюби Бога всей душой и всей крепости своей. Мы порой забываем про это. Поэтому мы с радостью смотрим, и слава Богу, конечно, это... Молодым назиданием, может быть, и близким, кто не задумывается о вере, а без веры невозможно, да, Богу угодить. Это как раз то, о чем мы и говорим. Возлюби Бога всей душой и всей крепостью. И про веру как раз. Без веры все это пустое. Слава Богу. Спасибо, Христос. Во веки слава.